Привет, как дела? Сегодня расскажу про инсталляции современного искусства, которые были выставлены в феврале 2018 года на полуострове Северного Гринвича, недалеко от концертного зала О2. Как выглядели эти скульптуры и что они означают? Выставка называлась Tools of Endearment, что в переводе означает «инструменты нежности», греческой художницы Каллиопи Лемос. Это триптих, то есть три скульптуры, состоящие из стали, которые изображали лифчик, корсет и туфлю на высоком каблуке. Надо сказать, что Now Gallery, которая находится прямо на станции метро Северного Гринвича, North Greenwich, открылась совсем недавно, и там очень много проходит таких интересных выставок, инсталляций современного искусства. И мы с подругой, когда открыли для себя это новое место, стали периодически мониторить и смотреть, что же там происходит. И вот так вот мы попали даже на открытие этой выставки, где был фуршет. Ну, мы там пообщались с людьми, там приехала эта художница, которая выставляла вот эти вот скульптуры. А до того, как состоялось открытие, мы приехали заранее, чтобы я пофотографировала все эти скульптуры для своих репортажей, для продажи фото и видео на стоках. И так получилось, что мы ходили вокруг трех этих скульптур и пытались сфотографироваться и так, и присели, и даже внутрь залезли, и облокачивались, и садились рядом, и чуть ли не пытались на себя этот лифчик огромных размеров примерить. В общем, как-то пытались сделать интересные фотографии свои, личные. Ну и помимо этого я фотографировала для стоков. А потом, только потом, когда уже состоялось открытие и люди вышли с фуршета осматривать вот эти скульптуры, они уже были в неоновой подсветке, красиво так выглядели, и мы увидели надписи рядом с этими скульптурами, что не трогать, не лазить на них, не облокачиваться, ничего такого не делать, а мы это все сделали. В общем, похулиганили немножко. Ну, вот как выглядела эта выставка, смотрите. Очень часто в разных местах Лондона проходят такие выставки, будь то подвешенные живые цветы вдоль всей улицы, или яркие неоновые инсталляции в каких-то лондонских двориках. Обо всем об этом я буду постепенно рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Ну и как выглядела эта выставка в моем ролике, смотрите сейчас. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!